Итак, всем привет, с вами Стал. Сегодня мы продолжаем проходить Тикс Мастер в Шаду. Только кто помнит, в прошлой серии, оказывается, в этой в тюрьме был, в пятой камере находился сам Стикс, только другой. Это даже немножко странно. Согласитесь. Почему? А я потратил очки умения. Я не помню. Да, все. Появился еще один Стикс, говорит, что он настоящий, а мы не настоящий. Создатель. Интересно. Оружия у нас нету, ничего у нас сейчас нету. Кинжал. Ага, опять до кинжала добираться, да? Ну, сейчас Стиксу достаточно плохо. Прям ему плохо, смотрите. Он ощущает боль. А это плохо. Ну ладно, сейчас. Так, сейчас все получится. Управление, пролазы. Подожди. Хватит ли мне сейчас времени? Можешь встать. А нахер ты взорвался? Я нажал на 3, он просто взорвался. Ладно. Хотя у меня ничего нет, кроме песка. Понял. Значит, пойдем сюда. Так, отлично. Так, вон он тоже. А почему кинжал у нас вообще где-то в жопе мира находится? И вообще, можно как-нибудь? Да вы издеваетесь. А здесь есть другие проходы? Здесь я не пойду. Я никак не могу уничтожать. Если, конечно, обезвредить я их могу, то с радостью. Ножа у меня сейчас нет. Это так сейчас специально сделали, что он тут один. Отлично. Если он, конечно, тут один. Я по левой стороне слышу, кто-то ходит. Он не спит. Держу в курсе. Единственное, как можно... а чё она вернулась-то на своё место? Как-то мне в кинжалу нужно. Где-то у нас... Так, вот сейчас в обратную сторону все сделать. Так, создатель. Я просто ракаш, обычный клоун. Этот гад Стикс с самого начала управлял, но использовал меня. Он за это ответит. Но пока я должен как можно быстрее выбраться отсюда и вернуться в убежище. Не хочу попасть в ловушку. Я хочу лишь... Хочу лишь узнать лишь пару интересных вещей. Как мне отсюда, блядь, выбраться? Реликвия пошла... Куда? Правильно. Попу. Так, мне отсюда никак не выбраться. Этот сюда смотрит. Повезло, что он меня не заметил. Так, если это... Кинжал, да? Если этот уходит...
Да, он уходит. Этот отворачивается, уходит туда. Отворачивайся. Так тоже. Выйди, прошу. Меня видно. Меня, к великому сожалению, видно. Как такое может быть? Вот как может такое быть, что мы играем за... не за это? Не за нашего доброго Стикса. Доброго в кавычках, вы же понимаете. Тихо, тихо, тише, тише. Тут все хорошо. Так, ладно, пойдем сюда. F5, потому что... Потому что... О, кинжал где-то в жопе мира находится. Почему он так высоко? А я так низко. Запрыгни, прошу тебя. Я не знаю, врагов здесь нет или есть, но... О, блядь. Здрасте. Так, кинжал. Мне нужно, чтобы они сейчас все здесь были. Я могу... Я должен немножко хотя бы убрать лишний груз, как говорится. Я не вижу ни одного... Так, этот идет сюда, это значит возле. Ты точно что-то... Just wait until I find you, you piece of dirt. Отлично, так. Три песка осталось. Так, а как мне, правда... Ой. Fuck me, that was close. А видео идет? Видео записывается, отлично. Так. А как его пройти? У меня оружия нету. Мне как-то нужно попасть в кинжалы. Здесь есть проходы, я не вижу просто ни одного. Ну сюда и забраться-то ладно. Забраться-то забрался, а дальше что? Опять здесь сделаю. Так. Проверка. Могу? You think Не могу. Вот это... Грусть, если честно, прям грустняшка такая. Так, сначала мне нужно задание. Я должен вернуть свой кинжал. Да ладно. И опять эта кнопка. Так, хорошо. Кинжал-то мы сейчас как-нибудь довернем, но только я не помню, где он такой. Fuck me, that was close. Now what? Вспомни бы, где он находится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, он сюда вроде не заходит, сейчас надо подождать. Так. Ты идешь вот сюда, и все, и маски мне не паришь. Так. Вот я чего-то не понимаю, да? Так. Я сейчас вот эту комнату прошел, вроде бы, да? Да, вот я вот сейчас здесь. Вот тут, да? Ну, должен быть, по крайней мере... Нет, стоп, подожди. Поднялся уже. Где я, блядь? Это до сих пор здесь, где орки. Давай не надо. Давай не надо, давай не надо, давай не надо. Спасибо. Так, я там, где сейчас орки, блядь. Да, сука. Где вот тут орки? Я сейчас в этой локации. Мне сейчас сюда... Я не помню, что было... подожди. А как мне тогда вообще пройти? Не особо сейчас понимаю.
меня вообще есть варианты? Пацан вообще завис. Спустись, пожалуйста. Пожалуйста, спустись. Не канифоль. Не, все нормально. Все нормально, не паникуй. Все, я тебя починил, дружище. Все хорошо. Бляха-муха. Трое, да? Не надо заходить в этот блядский переулок. А, пиздец. Так, я могу только... У меня сейчас только 37 миллионов... О. Блин. Спокойнее, спокойнее. Уваливай, давай. Разворот, поворот, ушел. А свет-то он не включил. Зачем он туда ходил? Опять завишу. А по... Чё? Чё здесь гоблин добрый? Ладно. Это меня не должно сейчас снимать. Так, мне нужно по низу пройти. Да? Ну давай попробуем. Допрыгну, не допрыгну, херово. Да, и последнее сохранение. Только не наверху, прошу вас. Подожди, то есть мертвые копии остаются здесь? Либо он так очень хорошо пользуется копией. Очень-очень-очень-очень, блядь, интересно. Ой, я могу наверх еще запрыгнуть. А, нет, ну, мне бы тогда как-нибудь, да. Но туда мне нужно попасть, ну как, блядь. А? Спокойнее, спокойнее, все хорошо. Этого я не хотел, подожди-ка. Если этот смотрит в одну сторону, то я смогу даже пройти наверх. Если да, то окей. Этот ходит где вообще? Он опять завис? Так, подожди, то есть, значит, у меня есть шанс? А где второй? Подожди, здесь их двое, по-моему. А пытка не пытка, конечно. Блин. Еще одна, еще разочек. Опа! Потратил немножко хп, но это того стоило. Монету я заберу, это я не взломаю, потому что отметчик у меня, скорее всего. По правой стороне. Так, здесь еще водопой есть, друзей. Отлично, сейчас его, сейчас сделаем так, чтобы водопой это будет его последний. Хотя я могу просто пройти, но зачем? Хотя ладно, никого трогать не буду, у меня сейчас пока что, я чист. Так как пока что я чист, мне, блядь, как-то еще надо наверх. А. Чисто мне не получится долго быть, я вас понял. Так, идет обратно.
Так, открыв ворота, я получу лишь что? Правильно, проблемы. Так, пусть пьет, я пока... Он же пьет эту воду, или просто я... Не обратил внимания. А, он, блядь, не пьет. Он эту воду не пьет. Вот сука. Что происходит? Я не особо понял, что происходит. I'll find you. You'll join your rat fucking ancestors. Что происходит, блядь? Я горгулька, пацан. Я твой рот наоборот уйдет. Дай кинжал забрать, сука. Давай, возьми его и уйди с ним, давай. Я верю в тебя, что ты этого сделаешь. Сможешь это сделать, я верю в тебя. This'll do. And now to find Styx. He doesn't seem too worried about covering his tracks. I should be able to follow. Этот мешает и раз. Все. Ух ты, прыжки-то такие, какие стали с ножом-то, а? Так, через это возвращаемся через тот же путь, через который заходили. Так, лаборатории всякие помню тут. А как вообще? Как я что-то вообще забыл все. Ага. Друзья, товарищи. Нет, так-то я мог вообще без... по крайней мере, эту локацию я мог вообще без смертей. Без убийства врагов пройти. Так. По-плохому ходит. Пиздас. Пиздас. Уйди нахуй. I must be seeing things. Ты показал друг? Ты пошел на разворот. Тише, тише, тише. Я не знаю, пошел или нет. Ладно, у него что-то было. Так, а шапочку-то забрали, нашу стиксовую? Стиксовую шапочку забрали. Что это такое? Как это? Зачем? Почему? Кстати, Стикс, который как будто настоящий, хотя не знаю, настоящий он или нет, он выглядит как-то, ну, прям... Да. Это страшно. А наш Стикс просто такой, что? А? Вот как-то интересно это все поставлено было. О, я могу к тебе прийти. А нахера? Я не знаю. Так, я помню, что в локации до лаборатории как раз-таки были жуки. Так, проблема немножко решилась. Это кто, блядь? Это...
Это кто, блядь? Офигеть. Вот он как это делает. Подожди. А у меня такие способности нет. Я тоже хочу такие способности. Так, эти уходят. Ты развернись и уйди. There's an intruder in the area. Be on your guard. Be ready. Creature lurking around. Тихо. Побыстрее. Отлично. Если это, конечно, так можно назвать. Ах, вы, блядь, продуманы какие, а? Как далеко вы заходите? Это далече заходит. Понял. Отворачивайся, я тебе звездец. Понял. Come on, guys. I want the whole place searched. И вниз, да? Подними ее. Я сейчас эту кнопку зажму, блядь. Отлично. Конечно, ты мой ножик не видишь, это так хорошо. Блядь, как это работает вообще? Так, подожди. Ага, он идет сюда теперь. Правильно. Невидимость хоть у меня и есть, но что-то как-то... Я на нее сейчас полагаться не особо хочу. Отлично. Квест 5. Сейчас я что-то должен понять, где я сейчас нахожусь. Я уже почти в самом начале, да? А, блядь, он там не зашел. Вот этого осталось аннигилировать. Это немножко не то. Так, ну здесь сохранение у меня в идеальном месте должно было быть. Отлично. Минусануть можно спокойно. Так, я его сохраню, чтобы он здесь уже был. Так, давай. Тебе немножечко нужно подождать. Хотя нет, я его сохраню, когда он вот здесь уже будет. Что за такой за прикол? Это как? Ну, предположим, я спрячу здесь. Меня все равно, блядь, увидят. Если вот эта часть здесь останется, это будет подстава века. Давайте идите вместе уже сюда. За ручку взялись и пошли, давай. Раз, два. Ой, ну, здрасте. Там еще враги оказываются. Какой интересный у них путь. Окей. А этот идет дальше.
Ничего не понял, но, блядь, уйди, блядь. Иди в попу. Так. Надо хотя бы до лаборатории дойти. Что это такое? Ну как так? Как это так сильно и легко у них? It's getting hard to breathe here. All this amber in the air. I'm sure it's eating my lungs. В какую сторону, блять, этот дурак смотрит? Ну так-то у меня. Сейчас, как он начнет меня видеть, использую не видеть. Не, блять. Be careful. Understood. Где, блять? Понял, у меня очень быстро она тратится, кстати. Это неприятное дело. Были бы. Так, ладно, пусть уходят. Лично. Это тушь. Внизу их много, я просто так не знаю. У тебя... Это было... Кстати, это хорошо, он там один, а тот далеко находится. И уваливает. Я так не играю. Это нечестно то, что вы пошли как по какой-то, блядь, идеальной траектории вдвоем. Так, этот возвращается. Это... А не спуститься? No. Та-та-та, он на меня прямо упал. It's getting hard to breathe here. All this amber in the air. Я свой мир катал просто вообще на по всему миру просто катировал просто тебя, а? It's getting hard to breathe here. All this amber in the air. Конченый, скажу тебе честно. Настоящий конченый человек. Попей, блядь. Окей, так. И я не помню, я с уступом... Можно я посмотрю навыки? С уступом умею? Умею. Что-то разучился, да, резко? Я твой мир ебал. Вот он путь мой. Сука, Стикс. Вот он мой путь. К выход, на выход, блядь, из этой лаборатории. Вот. А, к лаборатории только. Ё-моё. Ладно. Пусть отдыхает там. Я валю отсюда. Так, лаборатории. Подожди. Что-то я запутался немножко.
То есть мне сейчас еще со стиксами драться, вы что? А, он тоже мертвый? Клоны, клоны не... Ой, не такие ловкие и умные, как вы, но они вполне способны усложнить вам жизнь. Чтобы уничтожить клона, спасибо за, блядь, возможность. Придется тратить нож. Ну, либо здесь сейчас сохранимся и в следующей серии продолжим. Окей. Да, скорее всего, в следующей серии мы и продолжим. Так, 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 так. У него два, что ли, кинжала? У него несколько кинжалов. Понял. Ладненько. Бедный Стикс. Итак, всем пока. С вами был Сталс. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии и всем пока.